идут постоянные звонки и написано: уважаемый, возьмите трубку. Слушай, ты блогер сраный. Какого хрена мы делаем у вас видео? Какое видео? Что происходит? Я мама. Я буду звонить в полицию. Я набираю. Может, на... РУВД Советского района, старший лейтенант Казаченко Максим Викторович, слушаю вас. Здравствуйте, я хочу обратиться к вам, чтобы вы заблокировали канал на Ютубе. Там я и мой сын. Почему вы по телефону позвоните? Приезжайте в отделение, напишем заявление. Слушайте, вы что думаете, что я дома сижу, что ли? Ну, девушка, ну, вы нас тоже поймите, мы же не можем принять заявление по телефону. Это я перепишу. Сына попрошу, он мне напишет. Все, до свидания. Я поняла свое. Да вы издеваетесь? Да мы же даже не решили еще ничего. Если ты хочешь так же, как я, снимать ролики Антик Кирпишов, заработать миллионы просмотров, а также получить золотую и серебряную кнопку от YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Сержокрафт. У тебя будет практически опка на сервере Сержокрафт. Получи доступ ко всем регионам на сервере. Сделай себе префикс, прям как у меня. Или установи себе абсолютно любой префикс. Затем вырежи полдома Гриферу. А еще ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба на сервере. Например, стать огромным железным големом. А самое главное, ты сможешь вычесть реальный IP Грифера с помощью команды SYN. Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес Грифера, с помощью которого можно его троллить или прийти к нему домой в реальной жизни. Напишите на весь сервер, чтобы они ломали дом Грифера. Затем наблюдать, как они разламывают его дом. Ну и наконец посадите Грифера в тюрьму сервера Сержокрафт. Пусть подумает над своим поведением. Всю неделю до этого привилегия стоила 6000 рублей. Игроки меня чуть не убили за это. Поэтому сейчас действует скидка 97% привилегии владелец сервера. Не упускайся возможность. Снимай ролики антигрифишов и зарабатывай просмотры на YouTube. А самое крутое видео лайкну от имени своего канала. Дерзайте. Идут постоянные звонки и написано: уважаемый, возьмите трубку. Школьник мне сейчас зачем-то звонит уже полчаса. Я отходил здесь, и он мне просто задолбал. Я думаю, сейчас я по-быстрому зайду в Майнкрафт и возьму трубку. Алло. Вот, мам, на, садись. Он взял трубку. Чё, кто говорит алло? Слушай. Да. Слушай, ты, блогер сраный, ты мне скажи, ты сколько нам еще будешь портить жизнь? В каком плане? Я сейчас ничего не понимаю. Кто со мной разговаривает? Я ничего не понимаю. Мне кто-то звонил сейчас. Кто вы? Я не знаю, кто вам там чего звонил. Я звоню вам по своему вопросу. У меня уже и на работе меня все достали. Какого хрена мы делаем у вас видео на Ютубе? Что мы там делаем с сыном? А? Сына в школе все достают. Я буду подавать на вас в полицию, вы меня уже достали, вы у меня уже пятерка. Так, стоп, смотрите, а кто, какое видео, что происходит, у меня сейчас башка взорвется, кто, я не понимаю, кто звонит. Я мама, мы с вами уже разговаривали, я вам 48 раз сказала, отстаньте от моего сына, не надо нас никуда использовать. Зачем вы нас сняли, зачем вы нас выкинули на YouTube? Я вот вам серьезно говорю, я буду звонить в полицию. Так, у меня ну уже нервов нет. Давайте разберемся, какое видео? Какое видео? Разбираться. Видео, которое Грифер потратил 50 тысяч из-за игры Майнкрафт. Это где вот, там? Я просто не очень шарю в этом. Ну и я уже понимаю, что я тоже уже там, в этом вашем видео. Если вы не удалите его, я вам говорю, я буду звонить в полицию. Пускай вас арестовывают. Так, вы меня достали уже. Вы хотите заблокировать мой канал? Вы хотите заблокировать мой канал? Конечно. Если я не удалю видео. Но я понял, походу, о каком видео идет речь. Там что-то с Грифер что-то задонатил 50 тысяч, да? Как? Там сын у вас? Сын же у вас там сейчас? Сын, да. Сын, да, здесь он. Сын, как видео называется? Помни, ты же сказал там... Ошибся цифрой и потратил 50 тысяч рублей на игры Майнкрафт. Ну, мне вот эта слава на Ютубе совершенно не нужна. Я не хочу нигде появляться. Я требую, чтобы вы удалили это видео. Иначе я сделаю все, чтобы ваш канал... Так, слушайте, я не могу... Так, мне уже тысячу раз звонили постоянно. Мама Грифера хотели, чтобы удалить видео. Слушайте, он... Я не знаю, какие... Вы видео, если смотрели, слышали, как он разговаривает? Сыну. Вы слышали, как ваш сын разговаривает? Вы же видео наверняка смотрели. Я сейчас, вот давайте я прямо сейчас позвоню в полицию. Если вы не верите, что мои намерения серьезные, у меня сил уже нету. Слушайте, мы с вами вроде разговаривали, если я не ошибаюсь. Позвоню в полицию. Давайте вы станете свидетелем этого разговора, чтобы вы не думали, что я тут что-то там блефую. Стой, ну мы же с вами уже... Я набираю. Слушайте, мы с вами уже вроде разговаривали.
Я с вами уже не разговариваю. Я звоню в полицию. Ну, вот звоночек идет очень прекрасно. Может, значит... надеюсь, хотя бы слушайте. Там меня услышат, раз вы не слышите. ГУВД Советского района, старший лейтенант Казаченко Максим Викторович, слушаю вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я хочу обратиться к вам, чтобы вы заблокировали канал на Ютубе. Там размещен ролик с моим участием. Участие я не давала согласия на участие в этом ролике. Там я и мой сын. Я хочу, чтобы вы немедленно с этим разобрались. Почему вы по телефону-то звоните? Приезжайте в отделение, напишем заявление. Слушайте, вы что думаете, что я дома сижу, что ли? И не работаю? Я работаю, мне некогда ездить по вашим отделениям. Ну, девушка, ну вы нас тоже поймите, мы тоже работаем. Мы же не можем принять заявление по телефону. Короче, вы не можете мне помочь, он не хочет удалять видео. Видимо, куда-то придется жаловаться вообще в другое место или что? Наша полиция нас вообще охраняет как-то или нет? Нарушаются наши права. Когда как? Могу до 5, могу до 8. У меня не нормированный рабочий день. Мы работаем до 9 вечера, мы примем ваше заявление. Понятно, короче, ничего с вами не договоришься. Хорошо, я приеду к вам завтра. Завтра вы будете на месте? Конечно, будем, девушка. Только какой кабинет там, куда мне обратиться? Перепишите адрес с интернета. Это я перепишу. Сына попрошу, он мне напишет. Что-то надо с собой еще иметь? Все. В какой кабинет там обратиться? А вы подойдете к информации, вам скажут, куда подойти. Хорошо, спасибо большое. Все, тогда я завтра к вам подойду. Что вы хотели доказать этим разговором? Я вам хотела доказать серьезность своих намерений. Я добьюсь того, послушайте, что заблокировали ваш мне канал. Мне тысячу раз уже так... Я с вами вроде уже разговаривал. Я не собираюсь оставлять это просто так. Вы там нас куда-то выкладываете, наживаетесь на нас. Да никто не наживает. Да, у нас какая-то слава тут идет дурная. Сына в школе теребят вечно а с как, этим. А как его вообще? Я лица не... Это мне на работе сказали, а я работаю в госорганизации. Я лица даже не снимаю. Как вас могут? По голосу прям так все... Вы мне сейчас, если обманываете, то лучше... Все, пока. Все, до свидания. Я поняла с вами. Да вы издеваетесь? Да мы же даже не решили еще ничего. Звонок завершен. Интересно, я ничего не понял. Я не перебивал, слушал разговор. Ну и чё? Ну у меня так тысячу раз было. Мне уже миллион раз звонили мамы Грифера, значит, хотели из меня выбить какую-то правду. Хотели, чтобы я там ролик удалил, там канал заблокировал, там. Вот. Я сейчас, значит, решил посмотреть, что там за ролик. Ролик называется что-то «Случайный грифер заплатил 50 тысяч рублей». Я понял, про что они имеют в виду. Все. Слушайте, мне тысячу раз так звонили, тысячу раз говорили, что канал заблокируют, вы свидетели. Мне уже это смешно. Я уже не боюсь, я уже навеселе, у меня улыбка до ушей. Короче, я, в общем, привык, мне это интересно. Но я хочу это снять. Я хочу снять, чтобы вы, ребята, видели, люди, кто это смотрит. Чтобы вы знали, что есть такие люди, которые называют себя «я же мать». И если у них есть сынок, то можно делать, что хочешь. Что можно Путину звонить, президенту, чтобы лишь бы там... Ничего, нигде там их не обидели. В общем, это все ерунда. Это бред. Пускай звонит кому угодно, ничего не будет. Это все херня. Я главное хочу, чтобы вы посмотрели, вы повеселились, улыбнулись и знали, что есть такие мамы, дети. Я с ней, тем более, уже снимал ролики. Она, не знаю, мне весело. Я буду, если будет звонить мне дальше, я дальше буду снимать, я прямо говорю. Пусть люди знают. А хорошим людям я хочу сказать, что есть бесплатная админка. Вот, смотрите, он даже кликните по NPC, и вот админка, тыкайте на него. Он мобы, владельцы сервера мобы, смотрите, видите? Опа, тыкаем по нему. Вон, можно получить донат за убийство, донат за время. Пожалуйста, вон, получайте админки бесплатные. А также вступайте в клан Полискрафт. Это мой личный клан, смотрите, сейчас напишем с вами клан инфо. И нам выдается его название Полискрафт, лидер Седжа. Вон, привет. Вот, смотрите, видите, уже участники хотят в клан. Мы сейчас пойдем с ними, с пацанами. Посмотрим, кого можно принять в клан, кого можно взять в полицию. Полиция Седжу Крафт. Сейчас будем принимать. В общем, заходите, я пью в описании ролика. Вот.
Принимаем всех, и игроков, и владельцев вообще всех, простых игроков, всех, в общем. IP в описании ролика, я начальник полиции Серджа, вот. Самое главное, поддержите меня лайком, что вы меня поддержите, что вы на моей стороне, и что у нас, в общем, нормальных пацанов, девчат вообще больше всего, вот. И снимайте ролики Anti-Griffer-Show, владелец сервера специально для вас создан. Снимайте ролики, снимайте таких же мам, снимайте таких же детей, выкладывайте на YouTube, а самый крутой ролик... Я лайкну от имени своего канала, реально, я лайкну, и все мои подписчики все это увидят. Но я не буду лайкать говно, пацаны. Я буду лайкать нормальные видосы, и вам хорошо, и мне хорошо, в общем, вот. Поддержите лайком и заходите на сервер Майнкрафт. Все, всем спасибо, я пошел тут сейчас принимать игроков в клан. Все, всех жду!